Друзья, приветствую, меня зовут Дмитрий Козин. Здрасте. Я бы сегодня с вами хотел поговорить о том, как добиваться своей цели. Общая цель нашей страны – это ваша задача, Ну, не секрет, что мы все не так любим ставить цели. Мы достаточно ленивые, так заложено в нас природой. И поэтому мы как можно чаще откладываем достижение того, чего мы сами хотим. А чего мы сами хотим? Мы маленькие дети, нам хочется гулять. Давайте задумаемся, какие наши ближайшие планы на 1 год, а на 5 лет, а на 10 лет. Есть у вас такие планы? Есть ли у вас план, мистер Фикс? Они записаны? Они четко у вас прописаны? Есть ли у меня план? То, какие шаги вы делаете? Чему вы стремитесь и чего вы конкретно хотите добиться? Я не говорю о том, что заработать много денег, выучить, знать язык. Какая конкретная у вас цель? Есть она у вас? Разумеется, у меня есть план, мистер Фик. А если есть она у вас записана? А если записана, вы идете к ней? Какие шаги расписаны у вас для достижения этой цели? Так вот, все очень просто. Ставим цель, расписываем, что надо сделать, и действуем, 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 действуем. Все очень довольно-таки просто, банально и максимально, как ни странно, эффективно. Все работает, все действует, и все приводит нас к тому результату, к чему мы стремимся, чего мы действительно хотим. Пилят бюджет медведи, откат распил занос, мимо летят мигалки, честь отдают мусора. Пилят бюджет медведи, наши кричат ура. И давайте повторим этот простейший алгоритм. Записываем цель на 12 месяцев. Прописываем шаги для достижения этой цели. И двигаемся. Двигаемся в направлении нашей цели. Премьер сказал президенту главные слова. Если у вас что-то есть добавить, прокомментировать, пишем, не стесняемся, комментируем, ставим лайки. Как много лайков у нас с тобой. Подписываемся на мой канал, это меня мотивирует еще больше думать, развиваться, становиться лучше, освещать такие, ну, пусть и банальные, но интересные темы. Всем удачи, меня зовут Дмитрий Козин, до новых встреч! В общем, это то, что вы сказали сделать, а мы это делаем.